Я депутат окружной думы Владимир Гольцов. Слева от меня находится взлетно-посадочная полоса города Анапы. Она была построена и сдана в эксплуатацию более года назад. 2 августа 2018 года состоялось торжественное ее открытие. Очень много говорилось о значимости и важности данного объекта. На постройку данного объекта ушло 230 миллионов рублей бюджетных средств. Сейчас пришло время подвести предварительные итоги. Не слишком ли дорога данная игрушка для округа? Ведь ее необходимо обслуживать, зимой чистить, оборудовать радиотехническими средствами, аэронавигационным оборудованием. Все это стоит средств. И вопрос, сколько за этот период было перевезено пассажиров? Давайте посчитаем.